А суд Ленинского района огласил приговор в отношении беглого пермяка. Напомним, в 2004 году 38-летний мужчина возле ЦУМа ударил незнакомого молодого человека в спину ножом. В результате ранения потерпевшему пришлось удалить почку. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но обвиняемый скрылся от следствия. 13 лет он провел в Израиле. Это государство практически никогда не выдает России беглецов. Однако в данном случае местные стражи порядка все же пошли навстречу российским следственным органам и экстрадировали преступника. В итоге Сергей Добролюбов получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Доказательства неоспоримые, поскольку фактически допрошены как сотрудники полиции, так и совершенно посторонний человек, который, собственно, все видел, происшедшее вот это. Я забыл сказать, у него двойное гражданство было на тот момент, и на сегодняшний день двойное гражданство. Он же Добролюбов, он же Сойфер. Вот. А в Израиле он был Лев Маше. То есть там он женился, там у него сын, и вот там он долгие с 2003 года, как он уехал, скрывал.